Они всегда ко всему готовы, верны принципам и первыми выступают во всех начинаниях. Сегодня отмечается День пионерии. Во времена советской эпохи пионерское движение было масштабным, а вступить в его ряды считалось важным достижением для школьников. Сейчас мода на красные галстуки и громкие лозунги – лишь часть истории. Но продолжатели пионерских традиций находятся и в наши дни. Пионерская организация есть во многих, не скажу, что во многих городах, но она сохранилась. Привлекает детей что в пионере? Ритуалы, атрибуты. То, что детям нравится, это пионерский галстук, пионерский значок, это постепенный рост пионера, это красота, это массовость, это история. Сейчас есть российское движение школьников. Объявили Путин еще несколько лет назад. Вот эта организация пытается объединить детей. В Ангарском округе такие отряды организованы на базе 20 школ. Современных детей не заставляют маршировать и быть первыми во всем, а предлагают найти свой интерес. Так ребята из нынешних пионерских отрядов могут быть скаутами, роллерами, защитниками животных или экологическими активистами.